Приветствую, друзья. Как вы понимаете, ключ, он известен в мире давным-давно. С него начиналась и телевизионная передача «Помоги себе сам», которая шла по центральному телевидению много лет. Я был там соведущим у Анатолия Алексеева. Много книг про него написано и на английском, и на французском, и на русском, и детективы про него писали. Почему я об этом говорю? Потому что естественным образом, без всякой рекламы, без всяких вложений наших денег, без всяких каких-то специальных вот этих продвиженческих вещей, наш канал YouTube уже набрал 203 тысячи людей, подписчиков. Для чего мы это делаем? И там же есть у нас и Telegram-платформа «Как помочь себе». Вот смотрите там в Ютубе, берите все бесплатно. Там есть бесплатный ликбез на Ютуб-канале, на главной странице плейлист. Бесплатный ликбез по 2-3 часа. Поэтому, ну, конечно, как говорится, величину ума проверить можно, есть эти всякие тесты, а глубину глупости проверить невозможно. Это бесконечная яма, куда могут проваливаться все жадные, эгоистичные, вот такие люди, которые ради денег готовы, как говорится в народной пословице, и мать свою продать. Так я к чему это говорю? Вот недавно истеричка, ну очевидная истеричка, прямо мне пишет: «Я-то на вас надеялась, я-то вот наконец нашла другу, а вы меня не хотите принимать, я как раз специально приехала в Москву, там по своим делам, и хочу к вам в гости прийти в эти праздники, а вы, оказывается, заняты». Ну, поэтому и остаются такие люди за бортом, и дружбы, и всего прочего, потому что надо же думать не только о себе. Я же там написал: ну мы согласуем эту встречу, определим время, дату. И вдруг такой взрыв эмоций: а я-то думал, что вы. Ну вот понимаете как, очень жаль, конечно, я же помочь хотел, но у меня же тоже есть свои проблемы. Тем более это праздники. Ну интересные реакции, правда, вот величину глупости измерить невозможно. Почему все говорят издревле «начни с себя»? Пойми, наконец, почему человек должен бросить все свои дела и заниматься только тобой? Ну он что, не живой, что ли? Ну у него что, детей нету, внуков, правнуков, соседей, с которыми он дружит, гостей, которые к нему пришли в этот момент? Я почему это рассказываю? А сейчас мне написали: у нас тут проект вокруг Байкала, как устроить мир на земле. Да. И у нас ключ ваш преподает человек с университетским образованием. И у вас все это было открыто еще 5 лет назад. И просим обратить ваше внимание, мне написали, что он же открыт. А я прошу обратить внимание, что прежде чем писать такие глупости, 5 лет назад ключ и сегодня ключ – это большая разница в качестве. И человек, который у меня личную подготовку не проходил, как у автора, несет на себе ответственность, потому что он не знает даже техники безопасности, и вы ее не знаете. Поэтому вам, друзья, если кто хочет попасть в какую-то манипуляцию, платить свои деньги, заниматься у кого-то и как неведомо чему, с помощью вот таких названий, как Ключ, Хасай Алиев, или Ален Алиев, или Шейла Алиева, это фамилии известные в мире. Ну так бывает, к сожалению. Вокруг человека известного всегда строится целый ряд, как пчелиные ульи, которые этим питаются. Ну школа «Человек будущего», Homo Futurus, как раз занимается тем, чтобы оградить вас, друзья, от этого, от всяких манипуляций. Вы уже последние деньги готовы заплатить, когда появляются вот такие афишки. А вы прежде проверьте, это человек, который вам обещает ключ. Кто он такой? Посмотрите его
справочники, чем он занимается, да откуда он знает ключ, чтобы его преподавать, тем более 5-летней давности, и будет вас тянуть всех назад, когда у нас есть уже новое. Поэтому, друзья, вот это новое у нас связано с нулем, нулевым состоянием. Ключ помогает сделать то, что пытался сделать Будда, гораздо быстрее, проще и доступнее для всех. Для того, чтобы снизить утомляемость и повысить сообразительность ума. Чтобы снизить утомляемость и повысить сообразительность. А не только исполнительность, которую наша обычная стандартная школа в мире преподает. Шаг за шагом, степ-бай-степ. Не получается, повторяю, пока не получится. Это старый подход. Мы добавили туда еще новую, новый принцип подбора путем перебора по критерию минимального усилия. То, чтобы вы быстрее выходили на автоматизацию процесса, входили в ритм работы, как в беге, когда вы уже бежите, не задумываясь ни о чем. Ноги на автомате вас везут, ведут к финишной, к успеху, к здоровью. Но мы этим занимаемся. Поэтому еще раз повторюсь. Как сказано, познай себя издревле, так и сказано еще, начни с себя издревле. Поэтому, если у вас что-то не получается, кто-то не принимает вас или в гости, когда вы хотите, или не слышит вас. Но у нас не принято в школе говорить имена, мы не говорим их. У нас не принято называть какие-то фамилии без согласования, я этого и не делаю. И у меня не принято блокировать всякие глупости от всяких авторов, которые еще не поняв, о чем идет речь, уже пишут какую-то ерунду. Мы, как Петр Первый, говорим, пусть пишет, пусть глупость всякого видна будет. Ради Бога, ради Бога. У меня открытая школа, бесплатная. У нас есть бесплатные ликбезы по 2-3 часа. Входите в Zoom, смотрите, получайте. И не звоните мне больше, если вы не смотрели ни одного бесплатного ликбеза. Если вы не знаете, о чем идет речь, чтобы я вам тратил эти 2-3 часа заново, то, что вы можете одной кнопкой нажать и открыть для себя. И еще, пожалуйста, не ведитесь на тех людей, которые на своих сайтах ставят наш метод ключ и фамилию указывают, чтобы заработать, не имея к методу никакого отношения, даже если у него университетское образование. Если у вас возникает беспокойство, кто это, что это, пишите мне в WhatsApp, пишите мне в Telegram, на Telegram-канал подпишитесь и на платформу. Там в Телеграме канале у меня есть еще и платформа. Есть платформа «Постранять», есть платформа «Как помочь себе». Ну, подписывайтесь там, вы всегда имеете доступ ко мне открытый, я всегда прочитаю. Найду возможность и время, я все комменты читаю. Под роликами все комменты читаю. Лично. Чтобы не обидеть кого-то невниманием. Поэтому наша школа, школа человечности, общения, человеческого общения. Вот недавно у нас проходил бесплатный ликбез, и недавно проходил вебинар, который тоже вебинар у нас, такой доступный для каждого. И сейчас будет снова новый вебинар. Такой доступный для каждого. Как выйти на нулевое состояние, снизить утомляемость, повысить быстродействие ума. Сообразительность повысить. До встречи, друзья. Желаю вам здоровья и успеха. Потому что если вы это не будете уметь делать, а будете думать только о себе, в этом эгоизме и порождается то великое злое начало, которое заставляет нас и голосовать, не подумав, и мотыльков скоро есть. Да, друзья, не хотите есть мотыльков, а голосовать только за тех, за кого нужно. Начинайте с себя. До встречи. До связи.
здоровья вам и счастья. Хасай Алиев, школа человека будущего, Homo Futurus, метод саморегуляции ключ. Художник, писатель, философ, тренер бизнес-тренеров и чемпионов мира. До встречи, друзья!